С лета, друзья, я пою песню «Киев бомбили, нам объявили, что началась война». С лета, а то и ранее того. Я пою эту песню, потому что знаю, о чем я пою. Не понравилось людям. Но не я пишу сценарий вашей жизни, не я пишу сценарий матрицы, которая сегодня входит в военные действия. Пока только это украинский котел. Что будет дальше, мы не знаем. Но то, что я вам говорила, что идет общий договорняк всех стран мира. Все страны имеют договорняк на утилизацию большого количества населения. Итак, друзья, мы с вами только что проговорили в нескольких роликах о том, что сжигались документы. В частности, Новороссийск. Я вам говорила, Новороссийск, Анапа и все города по Черноморскому побережью. А теперь РЖД организует более 1100 дополнительных мест в поездах из Адлера, из Анапы, из Новороссийска, из Краснодара, но не в Краснодар. Вы понимаете, о чем идет речь, друзья? Из этих городов. Киев бомбили, нам объявили, то есть теперь это все откатится на 250 километров вглубь России. Так это и будет постоянно, но кто будет этим заниматься, мы с вами не знаем. Помните, применили искусственный интеллект, применили самолеты с искусственным интеллектом, применили танки с искусственным интеллектом, применили автомобили с искусственным интеллектом. Они будут заходить в города. Документы сжигаются везде. Уже давно все почищено по приморским городам. Друзья, будьте внимательны и осторожны. Куда бежать? Здесь я вам не могу сказать. Я не доктор, я аналитик. Лечить вас я не смогу. И для того, чтобы вы не знали информацию, то я думаю, что очень трудно будет сейчас в российской сфере как раз с информационным обменом. Тем более 15 лет дают теперь людям за какие-то фейки. Поэтому ни о каких передвижениях я ни о чем не говорю. Я даю свой маленький аналитический прогноз. И на этом все, друзья. Котел, украинский котел, это не только украинский, это общесоветский котел будет. Зеленский надеялся, что его примут в страны ЕС. Не прошло. Не будет Украина принята в ЕС. Не будет Украина и в НАТО, друзья. Точно так же Молдове отказали. Точно так же отказали и Грузии. Такая ситуация на мировом рынке возможностей. Идет договорняк. Все страны договорились. Идет зачистка всего Советского Союза, такая же, когда она произошла в 1923 году. Смотрите мои ролики на эту тему, они очень-очень давнишние. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Будет жарко. Это котел. Адский, дьявольский, с чертями и красными дьяволятами.